Всем привет! У нас Audi A5 с объемом двигателя 3.2 2009 года. Этот автомобиль у нас будет разбираться на запчасти, упаковываться и высылаться из США. Пройдемся по кругу, покажем его дефекты и основной удар. Автомобиль у нас заводится и едет. По передней части автомобиля все целое, только отсутствие решеточки на переднем бампере. Капот у автомобиля тоже весь целый. Работа мотора отличная. Все жидкости присутствуют. Пассажирская сторона вся целая. Имеются минимальные царапинки на дверях и на крыле. Безопасность у автомобиля только выстроилась с водительской стороны. Это сиденье и в потолке аэрбэк. Панель вся целая. Имеется люк. По задней части автомобиля поломан задний фонарь. Бампер имеет такие вот дефекты. Крыло тоже имеет дефект вот тут. Оно чуть кривое. Открывается. Весь удар пришелся вот в задний бок. Повредила резину чуть-чуть, диск. Дверь загнутая. Резина старая. Обшивка целая, все работает. Климат работает у автомобиля. Автомобиль у нас 107 тысяч майлов. Ошибок на моторе нету. Мотор работает отлично. Механическая коробка переключения, передач. И на этом все. Всем пока.